Сочится медленно, как струйка, с клубка уроненная нить. Соседка умерла, буржуйку уже не в силах погасить. Огонь был вялый, еле-еле, и не то чтобы до беды, его загасить сумели, но только не было воды, которую тогда таскали из дальней прорыви, с Невы. Метель могла еще в начале пожар запудрить, но, увы, 3 дня неспешно на морозе горел 6-этажный дом. В стихах сегодняшней прозе припоминая с трудом ту зиму черную блокадой, паёк урезанный на треть и надпись, звавшуюся блокада, не отступить и уберечь нас, спрятавшись под одеяло, я ночью чувствую опять, что снова дома клеит вяло. И снова.